100 красноярских спасателей прошлой ночью вылетели в Ижевск. Напомню, накануне в столице Удмуртской республики обрушилась часть 9-этажного дома. Причиной ЧП, по предварительной версии, стал взрыв газа. Погибли 6 человек, пострадали еще 8. Для проведения поисково-спасательных работ сибирская бригада МЧС взяла с собой световые башни, беспилотные летательные аппараты, запасную амуницию для коллег. Также из Красноярска в Ижевск для поиска людей под завалами отправились 2 кинологических расчета.